Израиль начал наземную операцию в Ливане. В Цахал утверждают, что речь идет о точечных рейдах на юге страны. Российские удары по Херсону и Запорожью. Погибли люди. Обстреляны городской рынок, жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Украина и ее союзники готовятся к встрече на базе «Рамштайн». Ожидается, что Киев подпишет там 27-е соглашение о безопасности. В США проходит масштабная забастовка портовых рабочих. Профсоюз выступает против автоматизации и требует повышения заработной платы. В Италии арестовали футбольных фанатов, которых подозревают в связях с мафиозным синдикатом «Дрангета». По версии следствия, они пытались контролировать всю коммерцию на стадионе в Милане. В ночь на вторник, 1 октября, Израиль начал наземную операцию на юге Ливана. В Цахал назвали происходящее целенаправленными наземными рейдами в приграничных деревнях. В Тель-Авиве утверждают, что наносят удары по инфраструктуре Хизбаллах. Израильские наземные силы поддерживают самолеты и артиллерия. Вечером в понедельник Израиль объявил один из районов на границе закрытой военной зоной, доступ в которую запрещен. Агентство AFP и Reuters сообщили, что ливанская армия отвела войска на несколько километров от южной границы. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Израиль поделился с США планами о ряде операций, включая наземные в Ливане. В Пентагоне сообщили, что американский министр обороны Ллойд Остин провел переговоры с израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которых стороны согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры атак на северной границе. В Тель-Авиве не уточнили, как долго продлится наземная операция, но заявили, что армия готовилась к ней в течение нескольких месяцев. По меньшей мере 6 человек погибли и 3 получили ранения в результате российского артиллерийского удара по рынку в центре южноукраинского города Херсона. По словам губернатора Херсонской области, удар был нанесен в то время, когда шла торговля и покупатели ходили между прилавков. Это мгновение выхода, через 3-4 секунды прилет. Началась паника у людей, все начали текать, уезжать. Я сам завився та и поехал. Бо вообще... Да это очень страшно, это очень страшно. Российские войска также обстреляли украинский город Запорожье, убив одного человека и ранив 6. По данным местных властей, удары были нанесены по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Тем временем Минобороны России опубликовала кадры, утверждая, что на них наносятся артиллерийские удары по украинским позициям в Курской области РФ и на юге Донецкой области. Обстрелы украинской территории были произведены в то время, когда в Киеве проходила церемония поминовения павших солдат в День защитников Украины. А президент Владимир Зеленский объявил минуту молчания. Киев и его союзники готовятся к очередной встрече контактной группы по обороне Украины. Она пройдет 12 октября на базе «Рамштайн» в Германии. Ожидается, что Украина подпишет там новое соглашение о безопасности, которое станет уже 27-м, сообщил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в понедельник. Готовимось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-м. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад, друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Владимир Зеленский недавно вернулся из США, где представил кандидатам в президенты свой план победы в расчете на продолжение финансовой и военной поддержки Вашингтона. В последние дни российская армия активизировала наступление на востоке Украины. Как минимум один человек погиб в Херсоне, не менее 7 мирных жителей получили ранения в Сумской области. Между тем, как сообщает украинский асинт-проект Deep State, российская армия вошла в Угледар с запада и юга. Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская одобрила решение Литвы добиваться судебного преследования президента Александра Лукашенко и других высокопоставленных чиновников Беларуси в Международном уголовном суде. В понедельник Вильнюс объявил о передаче дела в МУС, обвинив белорусских чиновников в совершении преступлений против человечности путем массовой принудительной депортации и преследования политических оппонентов.
We can't win this fight alone. We need allies. We need international institutions and organizations and governments as ally. Sometimes it looks like nothing is happening. But today's referral, you know, to ICC shows that all our efforts, you know, are succeeding. You know, and it will be huge boost on Belarusian civil society to continue job. Хотя Минск не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, в Вильнюсе утверждают, что белорусские должностные лица могут быть привлечены к ответственности, поскольку часть предполагаемых преступлений произошла в Литве, стране, которая является членом МУС. В 2020 году в Беларуси вспыхнули массовые общенациональные протесты. Их участники оспаривали результаты выборов, по которым Александр Лукашенко стал президентом в шестой раз. Критики правительства подверглись жестким репрессиям. В США портовые рабочие объявили о начале забастовки с требованием повысить заработную плату. Они также выступают против автоматизации рабочего процесса. Стачка может привести к росту инфляции и дефициту товаров, если продлится дольше нескольких недель. Масштабная забастовка затронула 36 портов и проводится впервые с 1977 года. A fair contract, okay? And a contract not filled with automation. Международная ассоциация грузчиков и морской альянс США, представляющие интересы портов, пока не смогли прийти к соглашению. В профсоюзе заявляют, что не согласны с предложением альянса сохранить ограничения на автоматизацию, которые были установлены в старом контракте, срок которого истек накануне. Профсоюз требует полного запрета на автоматизацию. Через крупные порты на востоке США и побережье Мексиканского залива проходит более половины контейнерных перевозок страны. Во Франции начался крупный судебный процесс по делу крайне правой партии «Национальное объединение» и ее членов, обвиняемых в хищении средств ЕС. Процесс проходит в коррекционном суде Парижа и затрагивает 27 бывших и действующих членов партии, включая экс-кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и ее отца, соучредителя этой политической силы Жан-Мари Ле Пена. Сам он не будет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья. Лица, находящиеся под следствием, обвиняются в нецелевом использовании средств ЕС, выделенных помощником депутатов, для оплаты труда сотрудников их партии. Обвинения варьируются от хищения до соучастия или сокрытия нецелевого использования государственных средств. И в случае признания виновными, членам партии грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы в размере до 1 000 000 евро. Они также могут на 5 лет лишиться гражданских прав, в частности, не смогут баллотироваться на выборные должности. Ce qui est reproché, c'est d'avoir utilisé de l'argent européen pour financer un emploi qui n'a pas été utilisé à des fins européennes, mais uniquement à des fins partisanes ou nationales. Ce ne sont pas souvent des enrichissements personnels, c'est vraiment souvent des détournements pour financer un parti politique. Je vous rappelle que dans les années 2010, le Front National était en crise financière aiguë. Это не первый раз, когда политическая партия сталкивается с такими обвинениями во Франции. Ранее в этом году бывший министр юстиции Франсуа Байру предстал перед судом по аналогичным обвинениям. Сам Байру был в итоге оправдан, но несколько его однопартийцев получили условные сроки заключения и штрафы в десятки миллионов евро. Il y a des, dans le dossier des éléments qui établissent que Madame Le Pen, les dirigeants du Rassemblement National savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, ils l'ont fait en connaissance de cause, et donc cela les implique. C'est la grosse différence parce que autant M. Bayrou a pu faire une défense qui consistait à dire « je ne suis au courant de rien, je n'ai pas participé à cette opération, je demande la relaxe parce que je ne suis en rien concerné par ce qui s'est passé », autant ce qui concerne Madame Le Pen, la défense ne peut pas être la même. The trial opening today in Paris comes after Marine Le Pen's political party increased their number of MPs in France's National Assembly in the recent snap election. But it could also shape Marine Le Pen's political future. Recent polls have her as the top candidate among French voters, and the trial, which will last for 2 months, could determine whether or not she can run in the 2027 presidential election. This is Lauren Chadwick reporting for Euronews. Полиция Италии задержала 19 человек, обвиняемых в создании мафиозных группировок, связанных с футболом. Большинство из них – ультрас, то есть ярые фанаты миланских футбольных клубов «Интернационале» и «Милан». По версии следствия, задержанные связаны с итальянским мафиозным синдикатом «Дрангета».
Как заявил национальный прокурор страны по борьбе с мафией Джованни Мелилла, на футбольных стадионах уже давно существует опасность. Importante perché secondo me costringe ad aprire gli occhi sulla realtà, perché la realtà presenta rischi di evidenti da tempo di deriva criminale degli stadi italiani e rischi evidenti di condizionamento criminale e anche prettamente mafioso della vita delle società calcistiche. Rilegare sarebbe semplicissimo, rilegare alla sola. Прокуроры считают, что подозреваемые пытались взять под контроль всю прибыльную коммерческую деятельность вокруг миланского стадиона Джузеппе Меацца, включая парковку, питание, продажу билетов и сувениров. Некоторые из них также могли быть вовлечены в торговлю наркотиками. In questo caso non. В Китае отмечают 75-летнюю годовщину правления Компартии. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. На площади Тяньаньмэнь в столице состоялась церемония поднятия государственного флага. Маршем ко дворцу, который в прошлые века был резиденцией китайских императоров, прошел почетный караул. Других торжеств по случаю юбилея не запланировано, хотя в предыдущее десятилетие главный праздник страны отмечался с размахом, масштабными военными парадами, демонстрирующими мощь китайской армии.